Всем привет, вы на канале Steven Games, я продолжаю играть в игру Injustice. Я, честно говоря, долго думал, что бы отснять по игре Injustice. Перед этим я вообще думал, чтобы отснять на середину марта, когда меня не будет. И довольно долгий мозговой штурм такой был. Блин, не знал, что придумать. И пару идеек все-таки появилось. О них я пока что рассказывать не буду. И если я это запланирую и сделаю, это, конечно же, будет круто. Ну, а перед тем, как об этом вообще говорить... А говорить мы будем об этом, наверное, где-то числа 10 марта, возможно, чуть раньше. Я хотел бы вам рассказать немного вот об этой команде. Я хотел бы проверить эту команду в свое время, когда еще не было экипировки, нестандартной, скажем так, да, редкой экипировки. То вот эта команда, она была одной из таких самых наилучших, что ли, команд. Многие ей играли, да многие сейчас ею играют. Только на данный момент у них приблизительно стоит такая экипировка, только на уровень выше, чем у меня, потому что я все-таки не всю разблокировал экипировку, да, редкую имеется в виду. И поэтому давайте посмотрим на эту команду. Скорпион у меня будет состоять просто из обычного увеличения основного урона, а также критических ударов, потому что, ну, сам по себе Скорпион, он дамажер еще тот, преисподняя, все дела. Например, Рейвен я поставил капюшон адепта Лиги Убийц и кинжал адепта Лиги Убийц. По большей части я все это сделал ради кинжала, по-моему, кинжала, сейчас, если я не ошибаюсь. Да, 21% шанс вампиризма в конце комбо, это главное. Вампиризм — это круто, запомните это. Ну и также клинок бога войны и присучил, чтобы у него хоть какой-то урон был, блин. Вот я говорю, наушники надеты, и мне опять пишет о вас, что вирусная база обновлена еще, мне в уши это орет. Ну ладно, убийца Мороз, убийца Мороз, здесь божественный нагрудник 4-го мира, божественный шлем 4-го мира и коллекция ножей. Да, именно коллекция ножей. Мне эту экипировку вообще посоветовал чувак поставить на Супермена Гудфол, но я потом подумал, почему бы на убийцу Мороз ее не поставить? Какая вообще разница? Вроде бы и там можно наносить суперудар первого уровня. Здесь можно замораживать, там наносить неплохой урон, поэтому я подумал, что это будет круто. Плюс недавно убийцу Мороз я посмотрел в сериале Флэш, я думаю, многие его смотрят. Мне понравилось, и я захотел ее сыграть еще раз. Что ж, найти противников, я буду играть последнюю битву, поэтому давайте начнем. До какой части дойду, до такой дойду, потому что я могу не пройти все 7 битв, я сразу об этом говорю. Я могу не пройти их, могу дойти до 3-й, там до 4-й битвы и слиться. Все может быть. И поэтому до какой битвы дойду, до такой дойду. Я думаю, это всем понятно. Поэтому надеемся, что мы победим в ней, ну а если не получится, то не получится. Я думал, когда же появится читерская команда, и вот она. Да, ребят, это читерская команда. Познакомьтесь, это читерская команда, довольно читерская, я вам скажу. Экипировка вся на уровне стоит, блин, как будто бы накачали по полной эту тиму, я не знаю, как по-другому даже описать ее. Восстанавливает здоровье, как вы видите, это значит, экипировка 4-го мира стоит. Выскочил Бэтмен, сразу оглушение и вынос. Да. Скорее всего, здесь я и сливаю, потому что, ну, по большей части, вот на таких вот тимах, чаще всего многие и проигрывают. Так, давайте его тоже заморозим. Бац, готово. Так, бух, отлично, урон. Давай еще немного. Бумц. Давай пару ударчиков. Нет, ну блин, ну нечестно. Вот таким вот способом нечестно побеждать, конечно. Я думал, что, конечно, я заберу хоть какой-то урон. Ни хрена не забрал, только потерял двух персонажей. Бум. Готово. Хорошо, что еще восстанавливаюсь хотя бы потихоньку. Так, отлично. Ну блин, ну с Рейвен как мне справиться? Это, конечно, проблема первостепенной важности, потому что, ну, с ней справиться, по-моему, нереально. Так, я, конечно, восстанавливаюсь, но, блин, ну не стоит, не жди, пока она по тебе урон нанесет. Так, меня забрасывают, отлично. Отлично, пока что живы. Блин, сколько я урона здесь нанесу, я, конечно, не знаю. Это, наверное, будет очень много урона.
Что ты взмахиваешь тут руками, Бэтмен? Так, ставим блок. Фу, отлично, выжили. Выжили. Но я горю. В это время я горю. Это все, что я могу сказать. Блин, наверное, будет около миллиона урона. Я уже в этом уверен. Я уверен на все 100% практически. Все, нет. Не будет миллиона урона. А, нет, смотрите-ка, я восстанавливаюсь. Я восстанавливаюсь, я потиху восстанавливаюсь, блин, но... Что мне это даст? Давай, давай, наноси урон. Ну, блин, ну... А, ха-ха-ха-ха. Наноси урон. Наноси, давай, восстанавливайся. Восстанавливайся. Пока что у нас есть возможность. Может, оно выберет другого перса? Я не знаю, выберите другого. О, Бэтмен, отлично. То, что надо. Странно, как-то ты вообще мало урона как-то нанес. Это довольно странно для Бэтмена, когда он столько урона всего лишь наносит. Бух-бух-бух, поражение. Блин, это просто жесть. Вот здесь я блок не поставил, думаю, что сумею все-таки вытащить. И как-то маловато урона нанесла Убийца Мороз. Я думал, что будет гораздо больше, около миллиона. Оказывается, всего лишь 200 тысяч. 200 тысяч? Нет, это что-то не то. Нужно немного поменять экипировку. Я думаю, что тогда получится что-либо сделать. А вот с такой экипой почему-то вроде бы команда не особо тащит. Хотя, знаете, Убийца Мороз, у нее был потенциал. У нее был потенциал. Она могла показать из себя хорошего персонажа. И я говорил, что эта читерская команда победит, скорее всего. И так и получилось. Так и получилось. Капюшон адепта Лиги Убийц и кинжал адепта Лиги Убийц мне вообще не помогли. Я дошел, получается, до какого? Я сыграл 3 боя, дошел до 4-го. Дошел до 4-го, и на 4-м бою эта команда слилась. Слилась она довольно быстро. Скорпион. Я понял, что Скорпион в этой тиме, он не совсем будет актуальным. Не совсем актуальным. Здесь скорее рыцаря Архама надо ставить какого-нибудь, потому что вот рыцаря Архам здесь затащит, конечно. Но Скорпион... Скорпион навряд ли. Скорпион навряд ли. Давайте попробуем сейчас таким образом поступить. Я постараюсь сейчас дойти как можно дальше вот такой вот тимой. И если я дойду обратно до четвертого боя, если я дойду до четвертого боя, то я продолжу дальше записывать. Что ж, это будет последняя читерская тима, не знаю, попробуем, попробуем с ней разобраться как-нибудь. Возможно, в ней даже ничего читерского нет, хотя по экипировке вроде бы все, все очень-очень хорошо. Все очень хорошо в плане того, что экипировка у него достойная. Очень достойная, прокачано все до фула, поэтому недооценивать вот таких вот персов не стоит. Так, сейчас я выпускаю, конечно же, Супермена. Давайте приложить попытаемся, но не получилось. К сожалению, не получилось, потому что... Ах, не успел накопить спецприем первого уровня. Заморозили его. Откуда у него спецприем второго уровня появился, это, конечно, интересно. Отлично, забираем здоровье. Но здесь ошибка была сделана прямиком ею самой. Здесь даже... Я ничего, по сути, сделать не смог бы. Ох, а вот здесь мною ошибка была допущена. Очень серьезная буквально ошибка, потому что он может мне, по мне сейчас нанести спокойно какой-либо спецприем, и я проигрываю. Отлично. Но пока он этого не делает, мне бы сейчас вот от нее избавиться. Да-да-да, именно. Именно. Так, нет, нокаут. Понятное дело, что нокаут. Подозревал, потому что без этого никуда. Так, отлично, давайте попробуем, конечно, победить. Сейчас очень-очень серьезная драка будет с именно с марсианином этим, с охотником, марсианским охотником. Потому что он, по сути, урон как таковой не наносит. На нем стоит приблизительно такая же экипировка, как и у меня. Но при этом, вот благодаря вот этим вот марсианским охотникам спокойно набивается лям урона. Даже может и больше набивается. Там в зависимости от того, насколько хорошо ты урон наносишь и наносишь ты ли его вообще. Как видите, у меня уже закончилась вот эта вот функция вот, нанесения урона. А он по мне истощение это будет наносить. И довольно часто это будет делать. Хотя, смотрите, сейчас почему-то он решил этого не делать. Довольно странно даже как-то для него. Так, возможно, получится победить. И там по большей части ошибка была. Ошибка у команды соперника. Потому что Бэтмена они потеряли очень быстро.
Даже не знаю, с чем это связано. Сейчас, как вы видите, марсианский охотник, он потихоньку начинает сдавать позиции, я вам скажу так, потому что, ну, блин, ложится он очень быстро. Даже если... Нет, у него даже не четвертый мир установлен, у него какая-то другая экипа, я не посмотрел просто. Ну и у меня лишение сил. Блин, не было бы лишения сил, было бы все гораздо легче, потому что я бы его уже приложил. Ну вот, все, давайте его добивать. Ну, эту читерскую Тиму мы победили, хотя я бы не назвал ее читерской, потому что Супермен здесь справился просто превосходно. Плюс я нанес всего лишь 231 тысячу урона. Нельзя назвать вот такие вот нанесения урона очень-то читерскими. 75 тысяч очков. Давайте еще поищем какую-нибудь команду. Может, вдруг сейчас повезет, наткнемся на что-то более серьезное и попробуем победить. Нашел еще одну команду, где полностью фуловое снаряжение. В общем, не знаю. Смотри, сразу половина урона. Ну, тоже получилось то же самое сделать, но это ни о чем пока что не говорит. Все-таки Бэтмена мы слили. Но это опять же ни о чем не говорит. То, что слили одного персонажа, это не значит, что сольем всех остальных. Так, дальше я, конечно, вызываю. Так. Давай. Успели. Остается только марсианский охотник. Знал, что вынесут. Это я знал. Догадываться тут довольно легко. Потому что, ну, вы сами видели. Так, ну здесь у меня надежда только на то, что... Нет, у него все-таки экипа стоит. Блин. Надеждой, но... Может нанести урончика. Ставим блок. Отлично. Пока что сражаюсь именно ею. Не знаю, что будет дальше. Ставим блок. Отлично. Пока что все хорошо вроде идет. Наносим некий урон. Вот эта битва говорит о том, что будет все очень сложно. Все очень сложно будет. Отлично. Все, сразу же. Наносим первый удар. Он восстанавливается. Блин, нет. Не успеет. Еще один удар. Блин, восстанавливается. Давай, бей его, бей. Вызываем ее. Нет. Он восстанавливается. Скотина, блин, да. Да давай ты бей его, блин. Бесит меня такие персонажи, которые все время восстанавливаются. Что ты с ними не делаешь? Куда ты еще раз восстанавливаешься? Блин, сколько его можно бить? Фу, ё-моё, заморался уже, честное слово. Сколько он еще так восстанавливаться будет? Я понимаю, что у него такая же экипа, как у меня, приблизительно стоит на Супермене, но, блин, восстанавливаться это жестко вот столько времени. Может, ты просто коньки дашь? Я не знаю, коньков дашь? Я не знаю, что еще сказать на этот счет, потому что очень напряженный бой сейчас идет. Да, блин, хватит блок свой ставить. Заколебал, честное слово. Ах, ладно. У меня вся надежда сейчас на то, что Рейвен накопит спецприем второго уровня. И тогда мне получится хотя бы, не знаю, не то что победить его, потому что он там по 20 тысяч мне не восстанавливает. А, так, ставим блок. А, так. Наносим урон. Да когда ты прекратишь восстанавливаться, это зараза? Блин, я не успеваю. Не могу его добить из-за того, что... Так... Вот здесь вот я закосячил опять снова. И поэтому тоже очень большой минус с моей стороны. Блин, он 20 тысяч восстанавливает. Я восстанавливаю гораздо меньше. Так, все, отлично. Вызываем Рейвен. Сейчас у нас урончик пойдет, ты нехилый, получай. Так, отлично. Ох, вот это да. Не-не-не, исчезай. Поздно уже сражаться, скажем так. Давай еще немного. Получай. Блин, можно было попробовать суперудар третьего уровня накопить, но тоже довольно опасно. Опасно сейчас это делать. А, так, сейчас я, наверное, все-таки накоплю на спецприем второго уровня. Либо сейчас два раза нанесу суперудар первого уровня. Пока что не знаю даже, что здесь делать. Вот так вот. Ставим блок, отлично. Еще урончика получай. Блин, блокируется, зараза. Давай. Отлично.
Победа! Да, все-таки мы сдержали, выиграли, победили. Это очень читерская тима, я вам скажу, была. 269 тысяч урона, 214 тысяч урона нанес сам Супермен. Это очень-очень читерская тима, я вам скажу. Блин, не знаю, ребят, честно. Побеждать такого рода команды довольно сложно. И иногда получается так, что просто проигрываешь. Иногда просто везет. Вот сейчас повезло, реально повезло. Давайте посмотрим, что будет дальше. Так, команда послабее предыдущей. Здесь я решил выбрать Рейвен, потому что я видел, что у него накоплено. Поэтому лучше так, лучше так. Отлично, сейчас вся надежда на то, что Рейвен затащит здесь. Давай, давай наноси, отлично. Выскакивает. Нет, 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 не по плану, совсем не по плану. Все, отлично, одного вырубили. Ну здесь понятное дело. Ох, отличненько, просто, вот просто в точку, просто в точку. То, что слили они мне персонажей, это вообще меня уже не волнует, по сути, потому что победа. А этот, он вообще почему-то суперудар второго уровня не юзает. Так, отличненько, отличненько, давай, вот так вот урон. Не знаю, может сейчас начнет юзать, но пока что я что-то за ним этого не замечал. Это довольно интересная, кстати, сборочка. Так, отлично. И сразу спецпомощь второго уровня. Блин, блокируется. Наносит урон. Я встаю, удар. Еще один, еще один. Блин, он восстановился. Он восстановился то ли вампиризм, то ли непонятно, что сработало. Я забыл вообще, здесь есть вампиризм или это я попутал с другой игрой. Нет, здесь есть вампиризм, ошибка. Так, давай, 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 давай. Он просто не может воспользоваться спецприемом третьего уровня, потому что у него было мало жизни. Я понял, почему он им не пользовался, ясно. Все понятно. Но здесь довольно легко было. Хотя, знаете, Хэла Джордана поставить, я вам скажу, это не хухры-мухры. Блин. Я могу сказать так, что команды я дошел уже практически до конца. Практически до конца. Как вы видите, уже какая битва. Здесь все легко. У Бэтмена только стоит экипировка. Про всех остальных как будто забыли. Но броня Лет Псиархама довольно сложная броня. Если он сразу сейчас начнет восстанавливать что-либо, для меня это просто будет как... Я вам скажу, ну конец, просто конец. Я других слов найти не могу. В чем фишка Бэтмена? Бэтмен может сделать так. Я выпускаю, например, кого-нибудь. Он сейчас какой-нибудь суперприем использует. Суперприемчик, скажем так. И все, мне хана, в первую очередь. Давайте попробуем, конечно. Но мне кажется, что он возьмет либо суперудар второго уровня, либо какой там еще есть суперудар. Я уже не помню, если честно. Давайте положим его. Сейчас накопим мы суперудар. Слышь, восстанавливаться. Забыл про это вообще. Так, ну да, как вы видите, он так и сделал практически. Щит сработал. Блок, нокаут. Понятное дело. Так, что мы будем делать здесь? Что мы будем делать здесь? Здесь нужна нам Рейвен. Очень сильно сейчас нужна Рейвен, я вам скажу так, потому что... Без Рейвен здесь никуда. Можно, конечно, справиться. Как вы видите, я уже снял немало жизни. Если так дальше будем идти, то победим и эту команду. Но я не знаю, что получится. А, восстановил жизни. Восстановил все-таки зараза жизни. Значит, Рейвен все-таки здесь понадобится. Я думал, что и без нее обойдемся. Но, видимо, нет. Получаем. Так, наносит урон. Отлично. Нет, 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 нет. Сработано все очень ужасно, но победа. Блин, вот здесь хорошо, что спохватился. Мог бы слить просто Рейвен, и все. Было бы жутко, было бы очень жутко. А так, как вы видите, проходим дальше. Блин. Ребята, можем победить, можем пройти последнюю битву. И, конечно же, это будет классно. Потому что, ну, с читерскими командами играть очень сложно. Ну, вы видите, да? Ну, я могу даже показать для примера, просто чтобы вы убедились. Весь четвертый мир.
все, весь LexCorp и вся Лига Убийц 100%, да. Лига Убийц, ну, блин, не знаю. Последние команды я редко побеждаю. И даже сейчас, если я проиграю, я уверен на 100%, что многие поймут меня, что довольно сложно, очень сложно. При том, что у меня стоит на персонажах Лига Убийц, не вся, конечно, не вся, не полностью прокачанная. У меня есть 4-й мир, LexCorp, у меня только один шлем, я про него забыл совсем. И прокачать его не могу, потому что кристалликов не хватает. Так, так, наносит урон, так, несколько раз урон нанес, молодец, сейчас то же самое. Повторяем движение, блин. А вот это не входило в мои планы, Бэтмен, иди, иди, пожалуйста, блин. Как же он меня бесит, честно, вот. Тащишь, пытаешься тащить. А он берет и все сразу портит. Все портит, вот просто. Сразу же, вот просто появляется и портит. Внимание. Тихо, только ты мне тут не попорти все. А то... Так, а что ты можешь вообще сделать? Я что-то не понял. Как-то я тебя легко слишком приложил. Ух, все, все, ребят, проигрыш. Ну тут проигрыш, ну тут понятно сразу. Тут я даже, тут даже в Англии никому не надо быть, чтобы понять, что здесь проигрыш. Я не знаю, ну вот этого вот я приложу, возможно. Бумц. Бах, готово. А дальше что? Ну, забираю я жизнь. Окей, хорошо. И то она по мне урону столько нанесла, что... Все, один урон, и все, я... И я... Поражение. Поражение. Не успел даже выскочить Дарксайд, я уже проигрываю. Блин. Нет, можно было победить. Я уверен, что можно. Ну, побеждают такие тимы, побеждают. Но довольно сложно, когда стоит полностью прокачанная экипировка. Была бы у меня она полностью прокачанная, я бы, конечно, выиграл. А так, неравный бой был, но практически прошли. Что ж, я вам скажу так, что играть стоит. Играть, естественно, стоит. Я аж 45 минут наиграл. Серия будет интересной. Надеюсь, что вам понравилось. Если вам понравилось, поделитесь с друзьями. Покажите, что можно побеждать такие команды. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.